Разбойник с пионерки Игорь Новоселов собрался на свободу. Вместе со своим адвокатом он подал две апелляции с требованием отменить постановление Кировского районного суда о замене ему неотбытой части наказания на реальное лишение свободы. В феврале Автохама приговорили к 3 годам ограничения свободы за нанесение побоев и угрозы убийством. Но в марте по ходатайству ГУФСИН Новоселову назначили реальное лишение свободы из-за неоднократных нарушений. В итоге суд удовлетворил ходатайство судебных приставов, и Новоселов отправился в колонию поселения на 3 месяца. Именно это решение Автохам сейчас и оспаривает.